Уважаемые соседи и гости, придерживайте, пожалуйста, нашу замечательную дверь. Дверь без доводчика и очень громко хлопает. Благодарим вас за внимание и понимание. С наступающим Новым годом. Такая надпись появилась на двери третьего подъезда пятиэтажки по адресу проспект Ленина, 67/4. Объявление красуется уже больше месяца, а обслуживающая компания пока для решения проблемы ничего и не сделала. Проживая по проспекту Ленина, 67/4, третий подъезд. В течение уже больше месяца обращаюсь в фирму «Комсан». Что бы сделали, так как хлопает дверь? Ужасно, невозможно. Живу на первом этаже. Невозможно хлопать дверь. Компания «Комсан-сервис» обслуживает эту дверь с самого начала. Ее установили более 10 лет назад, и все было прекрасно. Жильцы получали услугу. «Комсан-сервис» регулярно и успешно занимался обслуживанием. Но перед Новым годом что-то пошло не так. Дверь начала громко хлопать при закрывании. И это не раз и не два в день. В этом подъезде 15 квартир и около 40 жильцов. Каждый выходит в магазин, на прогулки, учебу. И кто куда вышел, слышит весь подъезд. Можно было бы подумать, что особенно сильно страдают жильцы первого этажа. Но на пятом хлопки также отравляют жизнь жильцов. Давление такое, еще и двери эти долбят. В проблеме хлопающей двери больше месяца. Жильцы обивали пороги компании, обращались жалобами по телефону и писали на сайты. И каждый раз им обещают, что все сделают, но, как говорится, воз и ныне там. Также им писала в 2 ГИС, на что они мне не ответили. Не могу вот дозвониться до этой организации. Дозвонилась 25 декабря, дозвонилась до организации. Сказали, все хорошо, все сделаем. До сих пор все идут, делают. Обратилась именно через 2 ГИС, написала жалобу на директора. Бесполезно, никакой реакции, ничего. Звонила туда, в Кемерово, обращалась. Мне раз гудки, больше никакого толку не было. Музыка играет. Второй раз звонила, сказали понедельник. Это было месяц назад. И на этом точка закончилась. Мы как будто не люди, мы никому не нужны. Но так же нельзя обращаться с людьми. Мы платим. А почему вот такое вот издевательство над нами? У нас и дети маленькие. И толку никакого. Мы попросили жильцов позвонить свою обслуживающую компанию при нас. Вот что вышло. Линия занята. Угу. Сейчас позвоню на городскую. Вот такие ответы. До них невозможно дозвониться. А пока жильцы пытаются дозвониться до «Комсан-сервиса», громкие дверные хлопки продолжают испытывать на прочность нервы жителей третьего подъезда пятиэтажки по адресу проспект Ленина, 67/4. Елена Беляева, Павел Желтиков, Реалининск.